Лучший друг Аки, демон-ангел, наконец-то появился в 11 серии Человека-бензопилы. Но хоть по сравнению с другими демонами, он хорошо относится к людям, не дает ему фактору себя отвлечь. Ведь даже сам демонюга в первую очередь считает себя демоном, а уже во вторую ангелом, и верит в то, что люди должны страдать в агонии. Сила ангела настолько велика, что в четвертом спецотделе он стоит на одном ряду с Кишиби. По нескольким причинам. Если он докоснется до тебя хотя бы раз, твоя жизнь начнет угасать, и очень быстро. Но насколько все плохо? Внимание, спойлеры по манге. Во время арки девочки бомбы при нападении демона Тайфуна ангела почти поймали, но Аки схватил его за руку и засейвил. И даже такое короткое прикосновение отобрало у него по меньшей мере 2 месяца жизни. Также он умеет создавать оружие из накопленной жизни при помощи своего нимба, которое будет обладать необычными свойствами. Такое, например, как катана Аки, которая способна разрезать неосязаемого демона-призрака. Сила оружия будет напрямую зависеть от потраченной жизни. Так, например, тысячелетнее копье, которое он создал под контролем Макимы, настолько имбовое, что способно эфнуть даже человека-бензопилу. А ангел мальчик или девочка?